Летят года, но, как всегда, вся школа вместе собрала. Учителя, выпускники и ветераны педагогического труда встретились в Центре культуры и отдыха, чтобы отметить 90-летие лицея номер 22. Это учебное учреждение, без преувеличения, одно из самых уважаемых в городе, входит в топ лучших по стране. На сегодня обучается в нем более 1500 человек. Мы считаем, что 90 лет – это достаточно большой возраст для нашего лицея. И мы горды тем, что вот и все эти 90 лет наш лицей завоевывает и имеет определенные успехи как на муниципальном уровне, так и на региональном и на федеральном. Ну что я могу сказать, что возраст, да, большой, но мы молоды душой, у нас много молодых. Охапки цветов, почетные грамоты и памятные подарки. На сцене торжественно поздравили руководителя лицея и учителей. Вспомнили всех предыдущих директоров. Отдельно чествовали ветеранов, многие из которых работали в лицее почти всю свою жизнь. Всего в школе я работала... Ой, я уже забыла сколько. Давно. Так, я закончила институт в 52-м году и ушла на пенсию в 90-м. В детях, по-моему, отношение изменилось. Но и программы изменились, поэтому и, наверное, восприятие этих программ тоже уже немножко другое. Учителя и выпускники отмечают, в лицее особенная система преподавания. Детей не натаскивают на сдачу тестов, а учат мыслить широко, нестандартно. Раскрыть потенциал и способности ребят – вот главная задача лицея. Просто наша любимая школа. Да, так сложилось, что мы там с детства учимся, воспитываемся. Мы самые лучшие учителя. Самые лучшие учителя, да. Самые лучшие профили. Самые лучшие классы. Ну и параллель, да. Все самое прекрасное. Преподнесение информации в творческой форме. То есть мы рассмотрим презентации, также игровые формы есть. Нам показывают много разных фильмов, мультиков вообще. Всего. Да, для души покой. Для выпускников этот праздник – повод встретиться с одноклассниками и вспомнить беззаботные школьные годы. Вот я для нашей встречи заготовил такой вопросник. Значит, вопрос так, а вот так – ответ. И вопрос был такой, чему нас учила Мария Рохусовна? Так она нас учила аккуратности и немецкому языку. За 90 лет работы лицей воспитал и выпустил в жизнь огромное количество представителей различных профессий – врачей, строителей, инженеров. Многие выпускники 22-го лицея – успешные бизнесмены, политики, спортсмены и руководители. Желание учиться здесь переходит по наследству. Хочу сказать слова благодарности 22-й школе лицею, в которую я на данный момент отдала своего сына, потому что я уверена, в этой школе сейчас школа показывает, выпускники этой школы показывают отличные результаты, поступают в престижные вузы. Вечер воспоминаний 22-го лицея закончился под бурные аплодисменты. Подготовка к столетнему юбилею, шутят педагоги, начнется с понедельника. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.